Приветствую вас на канале AsmodayPlay. Продолжаем играть в Халка. Давай. Посмотрим, что у нас там далее по программе. Какой свирепый Халк. Так. Мне надо... Ну давай, вот вроде... Это мини-игра. Меня это не интересует. Так, на том здании мы уже прыгали. Ну, давай уже. Ползи, ползи наверх. Тебя слышу. Давай наверх тогда. Вот тут. А куда ты? Все. На. Блин. И еще. Повыше. Вот так. Попал. Собрал. Похоже, что эти атаки не делаю рук твоего. Так, это майор армии по имени Гарин. Знакома? Я помню. Да, когда она была в лаборатории. Милый парень. Рик Джонс? Может, так. У парня плохие вести. Тогда пора сразиться с Талбом. Предложение? Мы можем использовать... Блин, пойми чё. Кто-то, блин, печатал быстро. Заставь вертолёты новостей лететь так. Не пытайся повредить их, или план сорвётся. А, мне надо привлечь внимание. Мне надо разрушение, да? Блин-блинский.
Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Вот так. На. Вот так. Что мне надо еще взять? Я не совсем понимаю. Привлеки внимание других. На. Вот так. Давай, давай. Достаточно, следуй за ними на базу. Вот так. Давай.
Да. Давай, 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 давай. Вот так вот. А вон она. База. Ждите. Жду. Нифига себе, меня загасили так как быстро. Еще разок. Что-то не в порядке. Так. Да. Так, убирайся назад, да? Нифига себе. Разведчики, которые преследуют Халка, быстрые враги, в отличие от более медленных врагов разведчиков. Асос нужно уничтожать, или они выследят Халка. Такие предметы, как легкие столбы, стальные прутья и ветки деревьев, можно использовать как... Вау! Да. Миссия завершена. Миссия завершена, так. Идем, идем. Сейчас к желтому идем. Да я даже вас не задеваю, что вы врете-то. А это мини-игра. Так, если там тоже мини-игра, то есть смысла нет. Мини-игра. Халк таксист, доставь такси в места назначения. Ярость.
О. Ну ладно. Я вот недалеко от красной. Поэтому бежим к красной. Что ближе, там и бежим. Это уловка сработала. Табл ушел в укрытие. Если мы следим транспорт, так он приведет нас на базу. Что, нам надо следить? Так. Проверь оборону. Бежим. Бежим отсюда. Вот так, нифига себе.
Ой-ой-ой. Так, мне нужны жизни. Давай. Вот так. Где-то здесь. Вот хорошо же слышно, да? Сейчас, минутку. Ничего не осталось. Ладно. Хватайся. Восстановимся и продолжим битву. Moving in.
бывает. Апгрейд открыт, так. Событие выполнено. Уничтожил. Миссия завершена. Так. А что я открыл для себя? Апгрейд. Мощный удар земли. Так, мощный фактор лечения. Пока еще не открыт. Выиграл золото в мини-игре. Ну ладно, какую-нибудь мини-игру сейчас выберу. Атаки гнева. Затака. Защити нью-йорцев. Так, ну это дальше уже. Столб. Хал держит столб, можно сделать комбо. Ага. Покажи вражеские машины. Стоят лицом к разбитой машине. Слабые машины врага. Метни 25 сломанных машин в здание. Ну, у меня еще это впереди. У меня еще вот 10 штук метнуть. Взбить. Так, взберитесь на крышу трех высочайших зданий Нью-Йорк Сити. Проведи в воздухе более 60. Так. А где у нас высочайшие здания? Ну-ка. Так, надо сначала машины в здание метнуть хотя бы штук 5. Где-то вот. А это от тебя звук идет. Подожди ты. Мне 10 машин надо всего лишь. Что, вам жалко, что ли? Он их бьет, а они меня, да? Вот так. Событие выполнено. Надо ждать, когда он измотается. Take it the shot.
Я разобью твой щит. Все, зашли. Зашли на миссию. Talbot's got me. Bruce, it's a trap. Это ловушка. Rick? He's using Rick as bait. Использует Рика. Ну давай, смотрим. Да скоро это монстр полез. Сдавайся. Так, я его должен вытащить. Вот так. Блин, а как тут ракетница-то оказалась? Все. Давай, давай, давай. От Человека-паука бы это не остановил, он бы не стал бы так на каждом, на каждой ступеньке бы так. А я вроде на нем уже лазил в этой. Опа, событие выполнено какое-то. Не успел прочитать, видимо. Давай, давай.
Так. Лезем, лезем. Почти. Что, что там осталось? Где ты? На. Вот так. Блин, я еще за ним идти должен. It's insane. Так. Что мне там надо? 25 машин. Фактор лечения. Щит. Так. Мощный удар грома. Вот это я так и не знаю, что это за класс своего хвоста. Видимо, дальше по сюжету. Мощный удар земли. Мощный фактор лечения. Выиграй золото в мини-игре.
Так. Ну-ка, защити. Так, вот там. Вот, сломанных машин в здании. Еще три машины надо метнуть. Ладно, подожди. Выполнил. А теперь мне нужно... Что это за мини-игра? Проходи через чекпоинт, я вообще не хочу. О. Подожди, тут где-то было 25 машин, надо уничтожить. О! Вот этот, а как метку поставить? Давай вот так. Она же недалеко. Давай. Успел. О, факт отключения требуется 4 чайки дней, так. Ну вот и все, мини-игрушку прошли. Еще где-то одно здание, да, большое должно быть, на которое надо было забраться. На два-то я взобрался. Брюс, Анклав создал устройство контроля разума. У нас их войска защищены. Ну вот, видимо, вот. Так. Есть охрана и силовое поле. Тебе нужно разозлить их настолько, чтобы они послали подкрепление и убрали силовое поле. Так. Да.
Блин, ни хрена себе, у меня что, гнев забрали? Ну я жму. Да другая кнопка, идиоты. Совершенно другая кнопка была показана. Да твою мать! Хрен вам. Давай. Где эта тварь? The shield's still up. The enclave has a testing site nearby. If it were attacked, they might send in reinforcements. Ага, по-английски всё нахрен. Давай. Подожди. Да стой ты. Все вроде бы. События выпал. Халк может уничтожать ряды врагов одним ударом в землю. Чтобы совершить удар в землю, нажмите 3, потом нажмите и удерживайте. Так. Эти компьютеры. Ой. We need more backup. Так. Остановите его. Давай, проходи туда. Ага, они сейчас за мной, да? Okay, I'm in. Just give me a little bit to find what we're looking for. Ну-ка давай. Еще повыше. Almost done. Wow, блин.
Так. I have the data and I'm heading out. Force field's down, but I triggered something. I think the only way to stop the countdown is. Так, теперь Халк может поднимать легкие авто. Нажмите, стоя перед вражеским авто. Thank goodness you're back. We're almost out of time. We've got 60 seconds before that destruct mechanism activates. No. Да. The self-destruct will level this whole area. We need to clear out. На. Разрушим. Миссия завершена. Вот так. Ищем. Вот она и есть. Идем туда. Гнев человеческий. А тут еще вон такой подвох. Давай. Бежал. Прибор контроля, часть вторая. Хуже всего в том, когда ты так в ловушке своего же тела. У меня проблемы. Нужны мои данные. Можешь держать их. О, знакомая штука. Enclave's blocked the road, and that robot's coming up fast. Oh, no, help! It's after me! Я прям слышу тебя. There's
Так. Подожди. Давай, блин, сейчас там еще надо. Ты же к ним едешь. Да ёб твою мать. Конечно, заново, давай. Тихо. Ну не каждый раз, когда лечусь, вы к нему бежите. Так. На. Да.
Куда ты хочешь еще ехать? Приехали. Thanks. The data should be safe here for now, but we gotta get started on the countermeasure. Вот так. Миссия завершена. То, что столько людей погибло, вообще никого не волнует. Ну что ж, думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем серии. Пока!